Здравствуйте, я Анна Быкова, педагог, психолог, автор книги «Воспитание детей». 27 ноября – праздник, День матери. И я поздравляю с этим праздником всех мам. Я очень надеюсь, что мои книги помогают воспитывать детей легче, радостнее. Не случайно они выходят в серии с ироничным названием «Ленивая мама». А эту книгу, развивающие занятия ленивой мамы, я хочу посвятить своим родителям. Моему папе, моей маме. Они для меня неделимое целое. Мое начало – начал и надежный причал. И они много вложили в мое развитие. Спасибо, мама, что я могу быть с тобой взрослой, знающей, самостоятельной. Спасибо, мама, что я могу снова оказаться маленькой девочкой, выбирающей, с чем буду блинчики на завтрак.